Менее чем за год 274 жалобы поступило к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в пятницу. Чаще всего ярославцы жаловались на недостатки в работе правоохранительных органов, судов, миграционной службы, УФСИН, органов власти. По всем фактам проводились проверки. Однако только по почти 30 обращениям, а это всего 10%, принято положительное решение. Для более действенной защиты прав людей при уполномоченном сформирован общественный совет. В него вошел 21 человек. Это юристы, представители различных ведомств и общественных организаций. В последнее время Сергей Бабуркин в ранге уполномоченного по правам человека неоднократно бывал в СИЗО. Там доводилось ему беседовать и с известными ярославскими арестованными Юрием Ласточкиным и Евгением Урлашовым. Когда я посещал следственный изолятор, ну не только Юрий Васильевич, я по разным там поводам заходил к нему. Он всегда отвечал четко и ясно, что у него нет претензий к сотрудникам следственного изолятора. Чувствовал он себя достаточно бодро, уверенно, спокойно. Даже начинал размышлять о том, как реорганизовать систему. Эта камера, рассчитанная на 4 человек, но он был не один. В этой же камере находился Евгений Робертович Урлашов, его перевода в матросскую тишину. По заявлению начальника Московского управления Федеральной службы исполнения наказаний, там не будет проблем с тем, чтобы его доставить в специализированные учреждения, чтобы произвести там необходимые операции по поводу его зубов.